Слава Боже, русский язык, ты святой, пожалуйста. Не, да, не русские меня. Слова, окей. Все, так, мы просто рисуем, да, это классический да. режим. Да, это самый классический режим. Мы, ты рисуешь, у нас это сразу показано, и мы угадываем слова. Да, Гробер, объясню, что это за игра, вдруг люди не знают, что мы играем. Ну, в общем-то, это как крокодил, только в онлайн-формате. У нас буквально есть доска, на которой мы рисуем. Так. Другие игроки, которые не рисуют, они должны угадать, что именно человек рисует. Прикол Варлока в том, что он самую важную деталь, по которой угадывает рисунок, рисует в самую последнюю секунду. Поэтому прямо сейчас я даже писать ничего не буду. Да, мы это сидим, просто смотрим, как он учится рисовать. Так, ну это ФТЛ. Все изменилось. Я изменился. Я уже не тот. Я другой. Варок вырос! Верьте мне. Как в прошлый раз. А что это? Ракета. А что? Ну что, ну что это за ромбик такой? Не. Не до ста. Что? Ворок. Ты какой чай употребляешь? Что? Я не понял. Пилон! А что такое пилон-то? Это был пилон из Старкрафта у зергов. Они эти пилоны строят, чтобы территорию... Вы что, в Старкрафт не играли, что ли? Нет, что такое стратегия, я не знаю. Ой, у протасов, так, то есть. Ладно. Это очень простое слово, потому что два других немного неприятно. Так, допустим. Не, я не знаю, что такое пилон. Так, окей. Мне чат говорит, Гробер, точнее, Ворок, пион — это шест для стриптиз. Да, ну чат ничего в жизни не понимает. Они же не геймеры. Ну так бы я сразу понял, если бы Ворок начал рисовать стриптизоши, я сразу бы понял. Пилон. Только я не знаю такого слова. Но я понял бы сразу. Пилон, надо ответить. Но я никогда не смотрел стриптиз, а Старкрафта я смотрел много. Поэтому я знаю пилоны только из Старкрафта. Я геймер, я не смотрю стриптиз. Ты чё хоть? Ужас. Ты так, хочешь свою геймерскую силу израсходовать, что ли? Блин, я забыл, что надо писать. Это, наверное, нож, да? Окей, по-моему, у меня игра очень громкая. Пион это типа башни, даже так. Ложь. Так. О боже, я вспомнил, что я тоже должен рисовать. Я думал, да, я тут так зритель. Я вспомнил, что мне надо вторую клавиатуру выключить, потому что у меня на основной не все работает. Допустим. Так. 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 Водок, 4 буквы. Есть. Я знаю, что это. Я узнал сразу. Моя бывшая. Я пожалуй не подумал, ну ладно. А, не успел, ну ладно. Когда ты начал ножки рисовать, я подумал, что это ты типа молния либо что-то подобное. Да, это облачко, да, правильно. Это тучка. Я тучка, тучка, тучка. Мы вовсе не медведь. Чё, чат, подсказки принимаются, если успеете. О, господи, 8 букв, Ворок, ты за что? Опять какое-то неизвестное слово, которое я не знаю, первый раз слышу. Знаете. Это из Старкрафта? Смотри. Это из Варкрафта? Откуда это? Ну, это какой-то замок. Мне напоминает это Швецию или Чехию. Сейчас Индержих не из кустов вылезет, и все, беда будет. Так, О, Г. Так, Г. Не, ну это не Г. Да не. Что такое Г? Что? Ну я понял, что это вампирский замок, это Кастлвания, это вампиры, оборотни, вот эти все нечисти. Ну это что? Во, вот, смотри, говорить. Смотри, истину рисует, истину. А-а-а! Государство, что ли? Стоп. Не, не государство. Спасибо, Павел. А, Гробер угадал. Я не грамотно. Не, подожди. А что это? Подожди, либо я неправильно писал, хотя нет. Это граф, Дракула, Паш. Ну? Это не государство. Графство!
Да блин, тогда акцент на граф мне надо было. Граф, ну, графство, я не знаю, было. Я... Ну я граф... О, боже, ладно, ладно. Граф, ладно. Дракула. Владислав, мой одноименец. Или это как? Будет весело. Жесть. Так, 14 букв. Сначала... Весел. Я не помню, как это правильно рисуется, поэтому не пофиг. Делаем вот так вот. Это яйцо, а яйцо в курице, а курица в зайца, а заяц в шоке. Все. Чат, я вам говорил, Наруто будет. Так, а теперь... Блин, это совсем не похоже на то, что должно быть, ладно. Это пока что похоже просто на много линий. Да. Ну да, это не похоже на то, что я хотел. Ну это похоже на... О, господи, что это похоже? Теперь, кстати... Блин, я тут не вижу цветочную кумбу, я вижу кое-что другое, но не кумбу. Ну, я хотел изобразить здесь немножко иначе эту штуку, ну ладно, просто это будет... Такой, этот такой. Я знаю, как это выглядит в реальной жизни, потому что у меня этого много было. У него этого было много. А, у тебя этого было много. Ну, не то, что у меня, а на. Я могу дать подсказку, но это будет. Нет, ты не надо, ничего не делать. Ну, вет. Там даже есть штука. Там да, вет много дает. Но почти правильно. Чего цветочное-то? Понятно, что... Блин, я не... Ой, не умею их написать. И надо... тут сам ответить... Ну, мы играем. Теми... Ну как-то, блин. Надо было нет. Больше зелени делать. Цветная капуста! Боже, блин! Но она же не цветная! Она же не цветная! Я знаю, что капуста другого цвета, она белая. Она не так выглядит! Да. Её... Она не выглядит как, она блин, белая, огромный подсолнух разноцветный. Да. О, господи. О, господи. Пусть будет. Должен облажаться у нас. Так, это что такое? Окей, опять цветы. Да ёпперсеты, что вы все эти... Что, мой рисунок скопировал? Нет, я не скопирую, это правда. Просто... Что я делаю? Да. По сути дела, точнее, что ворог. Точнее, Гробер, что сделал в предыдущем? Что за фигня? Я рисую и копирую. Что? Радуга? Чего? Опять цвет. Капуста? Чат, как думаете, догадаешь? Так, включи себе крой. Нет, это не клон. Нет. Ладно, подсказка. Ложь? Да. Не догадается, я том же, да. Вряд ли догадаюсь. Это не граф. Граф? А при чем здесь граф? Ложь? Ну, не ложь. Ложь. Что еще? Да не подсказывай ты, что ты подсказываешь? Молчи там. 18 секунд, я очки за это тоже получил. Ты художник, ты сиди рисуй. Все, я рисую. Мне делать нечего. Сейф! Эф! Это вам игра намекает эф вам! Окей, я в чате подсмотрел. Yep. Блеф. О, господи, опять цветок. Это чё было вообще? Типа покерный сейчас стол? Сейчас ворог такой третий цветок. Типа покерный стол был, что ли? Нет, это цветок что о том, что Гробер неправильно высказался про предыдущем забеге. Блин, то есть соврал. Так, это шоп. Это каска? Не, не каска. Я тебе говорю, вот! Не, ну комбо, ну ко... Не, ну комбо, комбо. Не, ну это не цветная капуста. Не. Это не блеф. Не. Он нам мстит. Блин, это а вы все поплатите. Я понял. Я начал то, что не успел закончить. Да, я тоже думал, Сусани, что это, но это не. Не, тоже, кстати, подходит, но нет. Ворог, теперь рисуй то, что... Что там написано? Все. Я рисую то, что да. Господи, что это за радужник? Ок, Саурон. Не, ну мне хочется сказать, написать это, но я не напишу. Что
Варок, ты что, Батамию переиграл, а? Да. А что? Зрачок там посередине этого цветка был. Твою дичь! Там зрачок, да цветок был с глазом просто. О боже, зрачок, а. Чувствую себя рачком после этого. О, господи, Гробер, почему у тебя по 48 букв в каждом слове? Это весь русский язык в одном слове. Почти все, весь алфавит. О, так. О, нет. Только не цветок. Опять цветок, что ли? О, мой бог. Серьезно? Это серьезно, это? О, мой. Блин, повезло. Сюда пил. Блин, что из этого выбрать? Не, ну второе слово невозможно. Это нереально. Ну там реально был цветок, тут уж не поспоришь. Ну да. Правда, не успел. Так, не, ну блин, это цвет. А где? Почему по телевизору цветок не показывает? Что-то не то. Это новые покемоны. Что показывают? Новый сезон Наруто. О, 1000 баксов, нормально. Да им! Я в этой игре не понимаю, как выигрывать. Рисовать надо просто и все. И угадывать. Да. Ох. Так, там никто, кажется, там еще не подсоединился, да? Погнали вроде еще. Не... Погнали еще. Ну, давайте еще, да. Давайте, нормально. Так, я только разогрелся, окей, неплохо. Хотя не, я уже говорил. Так. А мне рисовать не убить? Я соглашусь с этим утверждением. Я рисовать не очень умею, но из-за этого даже неплохо. Они ж поняли, что я нарисовал, а? Ну это был блеф, ну это было очевидно. Да-да-да. Это что, флаг какой-то? Нет, снова цвета разнообразные идут. Господи, еще... Он может вот сейчас, вот то, что ты, Варок, нарисовал, может спокойно в Увар отправлять и считать это шедевром. И они это примут. Это шедевр, чат, это нет, кстати. О, мне нравится. А мне нравится выход из этой картинки. Варок, ты серьезно? Ты выбрал этот? Ладно, это какой-то чувак, который... А-а-а! Как отменить? Как отменить? Катарзет! Катарзет! Ты же в фотошопе умеешь лазить. Катарзетом надо пользоваться, научить. Так, это что? Но мне только приходит в голову коп. Его очень хорошо, что у него руки так... Да. Ну, что это? Капец. Нет, чат, это не наркотики. Ну, тут просто по буквам не подходит какой-либо. Да. О, блин, какая нафиг кислота, ты серьезно? Обычная кислота. Чего? О, боже, кислота он. Это было кислота. 2,5 диамин, лизер, диаминовая кислота, если быть точным. Что? Все? Да. Все. Нет. Допустим, вот так добавлю. Это, кстати, нехило такая подсказка, полосочка снизу. Чего? Варок, ты когда документы последний раз оформлял? Не подсказывай, ребят, нам не подсказывать. Мусор нельзя. Ну, точнее, смысла нет. Вот, подсказка, тысяча рук. Так не надо подсказывать. Так неинтересно играть. Все. Тогда и мини, чё. Молчим. Так. Я только на первое место выбил. Ребята, я не чату, я Паше говорю. Вы-то пишите ответы, потому что я буду смотреть чат уже после того, как отгадаю.
Нет, а понимаешь? Если отгадаю. То есть вы в чате пишите, нет, обсуждайте, все нормально. Это я просто Паше говорю. Что? Так, что тут? Не. Так, мне нужен... Ворот, ты что там? Весь словарный запас выбиваешь? Остановись! Не. На К, Варок, на К. Какая разница? Yeah! Изи. Кто это? Я знал, я чувствовал. С первого штриха я понял, что это такое. Бочка в банке, кстати, подходит. О! Капец, а. Кот Шрёдингера. Он может есть, а может его и нет. Нет, не консерва. Что это? Это был компот, только что-то зеленый. Зеленый с чем? Слишком зеленый и виноград у меня получился, ну ладно. Блин, компот, серьезно. Надо было водичку налить там в формате, это то, что это жидкое, не густое. Ну ладно, я тупой не понял. Компот. Допустим. Так, ну и шо? Ну и шо? Я должен вроде попробовать. Человек? Не, слишком легко. Геймер! Да не. И не Ворок, не. Не Витёк, не. А, кстати, похож. Ну... Подожди! Подожди! Да это не стример, не... Две... Это я... Блин, час! Слишком много, это уже Айзек пошел. Я подсказал. Я слышал. Чат, ну я понял. Чат подсказал? Ты еще в чат смотришь. Все, чат не буду смотреть. Ну я слишком палю. Все, чат, я вас рукой прикрываю. Точно. Это был Витёк. Кстати, да, Витёк славится банданой. Да, и за 5000 он снимает бандану. Или за 1000, я не помню. А я откуда знаю, за сколько он там что снимает, а? Шарит, сидит, смотрит, когда там... Стрелочки рисовать, это, конечно, тоже... Это просто слишком. Потому что стрелочку, если нарисовать, сразу отгадаешь. Да? На бандану. Надо, чтобы интересно было. Что это такое? Нет. Во! Вот он напёр. Жу. Пиши. Крылья слишком огромные, нормально. Пиши еще чего. Чего она дальше говорит? А что она там еще говорит? Му! Жу. А не говорит му. Му говорит корова. Молодец, знаешь биологию. Наши местные мухи в деревне, точнее на даче, говорят и му. И такое говорят. Я не знаю, как скажет, так пошлет так, блин, покруче, чем мужики на стройке. Ты что, мимо нашей дачи проходил? Да, я там живу в подвале. Веркс, подвинься. Еще один. О! Не, ну... Ну, было слишком быстро, я даже не успел нарисовать. Изи! Рельсы. Дорога? Не, рельсы. Это я рисовать не буду. Я вас буду читать из того, как это рисунок закончится. Давай, Ворок, сложный рисунок, чтобы я набил, сразу понял, что это я. В своем формате, чтобы я отгадал. Да. Давай, я хочу на первое место. А теперь посмотри сверху. Раз. О, боже.
Я максимально старался избежать такие рисунки. Чего? Окей, я это... Не. А, нет, Ctrl-Z. Так, подожди. Не канализация. Ну, потому что два слова, Паш. Блин. Я понял. То, что у нас на даче не хватает. Да. Вот слишком сильный акцент на трубе начал ставить. Так. Там должен был быть Пеппа Лягушонок, который сидит на туалете. О боже, ёбушки-воробушки. Но он получился как... Как это нарисовать? Мутант. Это будет тяжело. Блин, я как будто умею такое рисовать. Чё это такое? Это палец? Нет. Это... Окей, это я говорить не буду. Это... тоже не скажешь. Блин, а цвет фиктором подойдет нормально. Розовый, ну, допустим, делай. Пусть будет вот так. Чё? Что? Пусть будет такой. Не, форма... Да, Паш, я по форме выдал. Правда, форму... Цвет... Ну, а тут нет выбора такого цвета, который надо. А нажми Advanced. Advanced? Да, это были пузырьки в бутылке. О. Да, это были пузырьки! А, блин, на втором месте. Ну, блин, надо Варову как сдвинуть. Я должен это хоть раз выйти на первое место. Господи, я просто захожу, посидел, послушал, мне страшно, что вы написываете. Да, здравствуйте, жесть. Ребят, привет, привет, Паш, привет, Влад, привет. Привет, Гробер, здравствуйте. Здорово. Давненько вас не слышал, соскучился по вам, шо капец, ребят. Как у вас Гробер? Делись? Гробер рисует синего мужика, что тут все. Да, тут что-то Гробер совсем решил нас захвылить. Да вон, чат, он нас валит, смотрите, ну шо, ну, что это такое? Нет, не ну. Гробер, блин. Были такие синие чуваки. Я не помню, как они назывались. Нет, может оно быть согласно. Да? Я уверен, что оно здесь есть. Нет! Сука, ты говоришь, не смурфики? Нет, я наоборот. Спасибо, что она подсказал. Блинка, это будет, блин, это будет. Изи геймерская тактика работает. Так, нам нужно запустить Мишу, да? Да. Просто тот же самый. Да, мне нужен кодик, ребят. Мне нужен кодик. Там чуть выше в наших сообщениях есть кодик. Господи Иисусе, на шаге от победы просто... Такое чувство, что я бежал на финишную прямую и дал пострашнее Кваровку. Не того, чтобы вас сбить, а того, чтобы потолкнуть. Да, все нормально. Ладно, я нормально. Я поделюсь с тобой призовыми деньгами. А вы что, на деньги плохо играете? Я думал, конечно, вы на раздевание играете. Я тоже в шоке. Окей, я жду награды. Те, кто без камеры стримят, раздеваются. Те, кто... С камерой, те на деньги. Те одеваются. Те одеваются. А я с камерой, но у меня теоретически камера есть. Раздевайся тогда. Я уже раздетый. Так подожди, а тебе камера нужна, она в смысле не функционирует? То есть ты стримишь без камеры, а зачем тебе камера? Ты снимаешь, как ты раздеваешься, что ли, или что? Сейчас, теоретически я на камере, я... Омикрона твоя жизнь, ребят, мы так и поняли. Я и так голый на стриме, окстись. И это не шутка. Страшно, очень страшно. Ага, да, чёрт, гача. Так, окей. Миш, ты помнишь, что правила игры? Да, конечно. О, хорошо. Так, а кто рисует? О, боже. А, всё.
Да нет, да это ловушка. Чего ловушка-то? Все тут правильно рисовано. Кролл. Кролл это, маленький кролик, микрокролик. Да, микрочелик, микрокролик. Да как это не... Блин, а как это называется? Аудрон. Я как настоящий представитель зайчьей армии. Блин, это не... Видишь, что первый отгадал, конечно. А, у меня английский язык. Блин, это нечестно. Я протестую, Дима. Я протестую, нечестно. Чё ж нечестно, что нора. В норе живет заяц, все как положено. Так. Ни один из рисунков я не смогу нарисовать нормально. Господи. А! Ты чё? А, всё нормально. Так, ну допустим. Вот так. Такая. Вот так. Не, подожди. Я одну линию рисовал. Чё? Надо вот так. Это чё такое? Я тут музыку менял. Какого фига? А что с этой змеей? Она из... Почему она плоская? Это удав, который съел слона, мне кажется. Ну, или африкошки динозавра, да? Вполне вероятно, да. Раз. Я понял, что змея такая большая. Паша, ну она что, беременная, что ли? Нет. Сожрала слона? Она просто съела Пашу. Она съела что-то плоское. Я не помню, как это. КНЛО сожрала. Ладно. Она кроличью нору сожрала. Нормально. Вместе с графом Дракулой и цветком. И беда. Кажется, как-то... Ладно, пусть будет... Это огромная змея из скандинавских мифологий, где вот это огромная змея с размером планеты. Ой, год. Я опять забыл. Да, чат, всем привет. Здрасте. Чё такое? Да даже я не... Что это? Я не помню, как это работает вообще. Так, это не гроб. Нет, это не гроб. Это... нет. Гроб вместе? Это... сейчас я тогда дорисую. Это какая-то очень интересная штука. Мне почему-то в голову только приходит арабская ночь. Один с таким замком. Чё? Ладно. Факт? Не, у меня другое слово приходит. Нет, наверное, даже вот так будет лучше. Весы. А вот это вот один... Фига. Ладно, сейчас. Кто? Миша отгадал. Фига. Фина. Допустим. Фунт. Чё? Да. Окей, я понял. Фунт. Там английская мера. Сложно. Да. Ну, чёрт, я отгадал вообще. Ген, спасибо тебе большое за 2 месяца подписки. Спасибо огромное за 2 месяца подписки. Спасибо большое за поддержку. Господи Иисусе, это сложно было. Благодарю. Спасибо большое. Ну, добро пожаловать на стрим. Свечу зажигания или там что-то еще, мне было бы, наверное, тяжелее. Ну, машину так, нарисовать вот изнутри есть. Да, Денис. Чё? Нормально, всё нормально. Сложный рисунок, очень сложный. Я, значит, вот это вот по высокой музыке пошел скрипка, виолончель, а там гитара. Ну, учитывая, что там всего 6 букв. Неважно. Буквы считать, зря потраченное время. Вот именно. Я вам что, тут математик что-то считать, что ли? Ну, так. Вот это неожиданно. Начало неплохое. Да. Интригующе. Картоха в темноте. Опять? Да, не, ну тут мы знаем. Миша, извини, ничего личного, это бизнес. Да.
Я больше удивлен, как Гробер не допер еще. Я вспоминаю, просто у меня памяти ноль. Стоп. Нет. Извини, окей. Я должен был это сделать. Что происходит? Я должен был это сделать. Не, ну патрулил нас, а патрулил Мишу, получается. Как ее нарисовать-то? Нарисую ее кричащей. Как нарисовать-то реально? О, нет. Господи боже, это капуста. Это была капуста. Там подсоединился какой-то Зерекс. Да, это Зерекс. Это я. Привет, Зерекс. Привет. Здорово. Привет, привет. Сейчас Зерек громкий Зерек, очень громкий. А у меня тихий. Зерек, ты неравномерен. Зерек Шрёдингера. Зер, да, вроде тихий, а вроде громкий. Сейчас тебя надо настроить. Все. Так, а время-то идет. Да, время-то идет. А я уже нарисовал. Не, вы правильно. А, хотя нет, отгадывайте давайте. Мне деньги нужны, мне нужны бабки. Нужны очки. Это же изи. Когда я рисую, ну, нормально, чтобы все видали. Да я же даже вот специально, вот даже вот здесь, ну пометочка. Ну, какая что, пометочка? Что, у тебя что серая бесит обычно? Что бесит? Что? Паш, ничего не понятно, но очень интересно. О, господи, допустим, ладно, такая что? Подсказка. Подсказка коричневые штаны? Помогает. Да, мы с вами инопланетянами по-разному чуть мыслим. Извини. Ну серьезно. Ну вот это непонятно, что вот это. Во! Да, Эл, мы сидим по всей. Непонятно, что вот это. Да. Если этим не починить, то это сломано навсегда. Гробер! Не подсказывай! Не пали контору! Скотч! Да скотч был! Он у меня. У тебя в скотче такая маленькая дырочка посередине, вообще жесть. Да. Огромный какой-то, моток какой-то скотча. Какой-то царский скотч, просто да. Просто гигантский. Многослойный. У него только мизинец вылезает. Зато много скотча. Да, целый хорошо. Огромный рулон 500. Пару трупов можно замотать. Да. В смысле, починить вещей много. Ну, да, и починить трупов тоже. Кто, простите? Это опять ваши вот эти инструменты непонятные? Это не то, чтобы инструмент, но нечто подобное. Я не посмотрел, сколько там букв и написал сначала короткое. Я забыл название спорта! Хоккей. Нет. Кёрлинг. Я еще вот так вот... А, я не могу, потому что здесь... Да, ладно. Капец! Это спорт. Триатлон. Ему муки. Бокс! Просеивание гречки. А прикиньте, бог в боксе таким бы фигачили. Я забыл название. А, просто вот. Это знаешь, как это раньше выходили, выбивали все из ковра подобными штуками. Да, кстати. Все дерьмо, так сказать. А тут-то в боксе просто из противника все дерьмо выбивают. Все боксеры выходили с такими этими. Не там две буквы. Мордами в этот крестик. Теннисная почему. Блин, подожди, ну теннис с одной буквы пишется вроде. Нет. Это другое слово пишется. Это другой теннис на букву П. Эй! Так не гуглите. Не пробуйте составлять соло. Я имею в виду Деннис. Денис. Деннис по-английски. Да, да, да. Именно это ты имел в виду. Конечно. Что за сверх... А! Я думаю, что за сверхразумы, блин, да поперли, что это такое? Ого. Нормально. Ну чё, сейчас отыграемся. Ну да, череп. Благо, пошли вот эти, да, кругляшки, подсказки, что там было. Глазницы есть и прочее-прочее. Да, да, слава богу, играем всего лишь на раздевание. Да, но я уже его проиграл. У меня нечего уже раздеваться. Походит цвет. Ты просто пришел сразу же только в одном носке. Ага. Лайфхак для игры на раздевание. Приходишь, да, сразу вокруг, голый, кстати. И все такое. Ха-ха, теперь я не могу проиграть. Я победил. Попались.
А потом идешь с выигрышем домой. Первого патруля. Такой довольный. Да ладно. Там... Просто один. Чего? Без, ну это так, для боли. Так бы это был какой-то боб, а это позвонок. Спасибо. А это составляющая боба. Да, да. Неплохо. Так, ну шо? Не надо. Да! Кошмар. Господи боже, что происходит? А можно больше букв, пожалуйста? Ой, господи, это весь русский алфавит, что ли? Почти близко. Это страна! Дерево. На ноге. Это страна на ноге. Все нормально. Переслово. Господи, это мутант из лоботомии. Что это? Это пресс? Это так выглядит моя печень после очередного похода в бар. Как это пишется? Что это? А, что? О, я... О, боже, сделал это! Кого? Этот могучий русский язык, я осилил, я победил! Мне страшно. Да это изи. Изи? Я вдаль, вначале очень сильную подсказку дал. Организация Объединенных Наций? Он! Он Европу рисовал, Европа это основа. А, это Европа! А ты думал, нога там просто так, да? Это была Италия, а не нога. Паша, Паша вот стоит, отгадал. Подожди сейчас. Вроде эта фигня вот с такой фигней. Хорошо. Это язык. Вроде эта фигня зеленая. Вроде у нее. О, господи, я так хорош. Вроде у нее вот такое что-то есть. Я так хорош. И вроде у нее. Паша, мы с тобой, короче, на одной волне. Рисуй утку и нос. Ну, ворог бы нарисовал. Сиди потом, скрещивай это. Ладно, я не могу не взять этот стол, с учетом того, кто у нас здесь сидит. Я первый, не сбрасывай меня с Олимпа. Да, я... Кому он обращался? Подожди, а почему я это отгадал первый? Да что такое? Почему я отгадал это первый? Так, подожди, кому Гроберт я посылал фразу, если это он сидит здесь? Чего? Им? Кто это? Да это... Раша из Дринг! А. Водка? Я не пью водку. Господи, почему? Только самогон. Причем мне понравилось, там на водке он написал букву В. В значит вендетта. В значит водка. В значит водкетта. Блин, а теперь мне что-то неловко, я первый отгадал водку. Ну, я не пью. Просто бутылка. Ну, она слишком палевная. Потому что не пьешь, потому у тебя мозг быстрее всех соображает. Ну, кстати, да. Ну это, ну здесь, Миша, надо было синим цветом рисовать. О! Джинсы. Идеально. Синие. Варенки. Да. Да. Синька раньше была такая вещь. Да, варенка. Окунаешь туда штаны. И все, вот тебе джинсы. Раньше все было настолько плохо, что люди варили джинсы, а потом их ели. Раньше все было настолько плохо, что люди варили людей, потом ели. Да. Звучит как отличная вечеринка. Ну не для тех, кого варят. Синий человек деликатес. А не этот. Да нет. Сложно рисовать шары, однако.
Круг вот так мышкой. Хоп, и все. Он неконтролируемый. Да, чертов круг, он убивается. Останови его! Что ты? Что происходит? Они размножаются. Он вырвался из контроля. Кто-нибудь? Полиция! Они бегут! Это не капуста, это не капуста 3.0. Ну блин, это брокколи, ребята. А почему одна сверху падает? Потому а можно обновить? А надо. Да. Потому что одна сверху, это правильно, только там она другой цвет должна быть. Я не часто играю в это. Господи, во что вы там играете с шариками? Нечасто он гоняет шары. Ну да. Ну как я бегаю? Ну надо красить целый вот этот зеленый. А кстати, можно, да, вот так пахнет. Зеленый. Это красный. Роберт, фиг тебе! Нет! Бильярд! О мой бог, это был бильярд! Фиг тебе, я допёр! Шары неуправляемые. О, да! Что это с шарами случилось, блин? Включай! О, господи. Всё, можно больше не играть в эту игру. Да. Надо было рядом нарисовать карманы, тогда бы всё стало на свои места. Да-да! Танцуем. Шаманский танц. Все. Теперь заварим. Так, окунь. Нет, не бильярд. Не капуста. Да это не Организация Объединенных Наций. Ну не пахнет, да. Пак не пах. Бля, это Пакмен. Подожди, можешь? Так? Нет. Не, я тоже думал. Пакман жрет призрака. А, спалил. Да кого? Как? Вы чё? Чёртов Пакман. Да. Погиб. Я не догоняю, нет. А. Сбербанк? Ну, Пакман выглядит, как будто он... У него зубов нет. Как он их ест? Он что, просто жрёт без зубов или глотает целиком призрак? Скорее всего, глотает целиком. Учитывая, что он гигантский рот, мне кажется, ему даже жевать не надо ничего. Ну, с учётом того, что призраки нематериальны. Он их выпивает трубочкой. Ой, много ли ты знаешь про призраков, да? У них же эктоплазма. Неплохо. Не. А. Да ё... А. Не. Чё? Кого? Да. А, что? Я вспомнил с предыдущей игры, когда я рисовал руду. Чё тебя надо? Не плюс. Так. Блин, музыка огонь в этой игре, надо добавить плейлист. Что? Серьезно? Что? Рисуй, да? Не рисуй, достаточно! Не рисуй, не рисуй, не рисуй, пусть так отгадывает. Что это? Это настолько предсказуемо. Маша, Барлок что-то на своем начал писать. Так, нет. Он уже... Причем, смотрите, у него получается полноценный диалог. Чё, блэ, да, фу. Что это? Да, чё происходит вообще? Какой-то поняли. Мы когда-нибудь так. Что это? Мне интересно, а как бы можно было нарисовать слово «да»? От? Yes. Знаешь вот этот вот мем с головой? Джорджа, да. А, я понял. Сбоку, повернутая в профиль такая. Яд. Сколько картинок вам рисовать? Да. Это когда случайно рандомное слово прямо... О, мой бог, я такой тупой. Капец. Так, ничего, нормально. Вау, с кем ли будем? Это же обычный яд. Просто яд. Да. Какашка. Нет, не какашка. Какашечка. Это...
подходит. Вот нет, так, подожди, да. Нет, это не может быть оно. Да он вообще обоссался, прости. Кулинария. Кулинария. Я повар. Такой себе из вас повар, если честно. Да не. Что это такое? Господи, это макаронный монстр, бог что ли какой-то? Ну ты близко, близко. Все. А нет? Как его по-нашему, по-старославянски? Они да, а вот сразу монстр. Что за фигня? Какой еще соус добавить? Ребята, это еще называется модным словом митбол. Где гуляешь? Откуда ты такой? Фрикаделька! Господи, что с этой фрикаделькой? Она же... Она выглядела так, как будто кто-то в поле сходил. Фрикадельки, они не... У нас фрикадельки да, обычно хорошо, плавают начало, в супе, нет? А это и начало, и конец. А все, да? Митбол и фрикаделька это разные вещи. Это и начало, и конец. Кого? Чего? Блин, подожди, как? Как, блин, какая там цитата есть? Ребята, а... мы в дерьме. Да. А. О. Миша, прости. Не пару. Классик. А, подожди. Мы есть начало и конец, я альфа и мег. Блин, это из Fallout, цитата вот эта. А, там есть коричневый. Мне показалось, это Доминик Торетто. Мы начало и конец, цвет. Я альфа-самец, вот это все. Неплохо. Девтелька размазана. Да, кстати, та, которая на макаронах, тефтеля называется. Во, фрикаделька будет в супе. Именно. Я уверен в этом, да, Паш? Да. Даже я плохой кулинар. Да. Да. Бунт. Да. Против фрикаделек. И машина. Фрикадельки должны всплывать в супчике. Именно. Так, подожди, я шучу. Yeah, я первый. Не, подожди, что это? Да я понял, что это, но я не помню, как, каким словом, блин, это можно обозвать. Не обзывайся лучше. Серьёзно? Товарищ майор, омикрон не понял. Ему шепнул да просто такой. Давай на машину. Так, нарушаем, нарушаем, гражданин, нарушаем. Не, я ему просто такой, ну ты шо? Знаешь, это просто в этот момент Дискорд подключается, просто товарищ майор такой шепчет на микрон на ушко. Правильный ответ. Полиция, с тебя штраф 5000. Штраф сердечко. Так, подожди. Опять? Не, ну это все, это... А? Да не! Слова за умные знает. Я и русский еще параллельно учу. Не. Король не подходит. Не король, в том-то прикол. Это не важно, я когда-нибудь не подумаю это снова. Подожди, нет, а я тут... А, нет, тоже не подходит. А, я понял. Тубалет. Да не графство, это в том-то и прикол. Либо я неправильно. Я царство, не могу, это тоже язык, что ты говоришь. Графство, царство, королевство, деревня. Все одно и то же. Ну царь, царство, че хоть. Дерево, деревня. Да. Синоним. Все сходится, ребят, все нормально. Я понял, мы все одной башкой думаем. Гробер, это что за... На секунду показал, спрятал. Гробер, там все хорошо. Полицию не надо вызывать. Гробер, моргни три... Не надо моргнуть. Бля, подожди, а как?
Что? Подожди, а что? Это не снаряд! А, нет, подожди, копье теоретически снаряд. Теоретически. Ну, если метнуть куда надо. Теоретически сапог снаряд. Метнуть куда надо. Теоретически даже человек снаряд. Да. Если его с катапультом запустить. Да, я помню, на катапультах можно запускать. Весело тогда погуляли. Подожди. Синяя. Шарик спалил. Да, ручка спалила. Ручка спалила, что она ручка. Как я могу это написать? Вы серьезно? Там три не указывают. Как тебе рисовать слово надо? Блин, кстати, можно написать было. Я выбрал пусть слово. Ну что ж ты? Вот так вот. Яички Омикрона покинули Дискорд. Что? Кровавый дождь? Наказание? Библия? Кто? Кого? Я понял. А как вы... Допустим, пусть вот так. Кто это? Не, подожди. А это ты что там рисуешь? Не, я подавил не то. Я хотел Амбреллу нарисовать, я не понял. Кого? Нас сейчас всех на Твиче забанят, ты что делаешь, блин? Я тоже. А, что? Допустим, ничего не было! Полиция, я тут ни при чем, начальник! Будешь потом это объяснять поддержки. Это мышка, она бунтовать начала, мышь. Бунтует. Ёпа, раз ты шу за слова, ребята, сейчас хер отгадаете. Да, надо было другое слово выбрать. Надо было, там просто было шикарное слово. Прям в нашей тематике. Вон Бен пишет. Так, это у нас получается пчела. Не. Очень многоногая пчела. Оса. Не. Зеленый. Зеленая пчела оса. С зелеными прожилками. А она случайно не сам крыльях? Какой-нибудь там эксклюзивно. Может быть. Перекрыла. У нее все крылья. На ней. Так много крыльев. Но это не стрекоза, потому что последний мягкий знак. Да, я помню. Может, это бабочек? Бабочек. Ну, мужик бабочек. На русском. Да. Ой. Дайте вторую букву, пожалуйста. О, еще букву. А, это бабушка. Не, это даже бабушка. Нет, стоп. Ох уж этот русский язык. Да. Ну, зеленая, блин, какой-то кузнечик, это, конечно, страшно. Честно, я даже не знаю, что он еще должен нарисовать. Такой Питера Паркера укусил, Питер Паркер в таракана превратился. Я не помню, как она называется. Я тоже догадаюсь, не помню, как называется. Шершень! Точно, что жрет постоянно? Да ну, он не зеленый. Это был фильм под названием «Зеленый шершень». Я думал, вам это поможет. Это просто был бухой шершень. Он с похмелья, да, позеленел просто. Извиняюсь, мыши бутовщики. Это другая мышь. Она не живая. Это опять капуста? Мама. Это кот какой-то. Мама-кот. Это мама-кот. Мама-кошка. Блин, пахнет трупом. О, она лежит. У нас, возможно, труп. Она лежит тебе. Это лопата? Шея. Извините. Извините. Я не специально. Я не хотел. А чё, подожди, а что это в конце? Лев? Мне очень жаль. Меня не было выбора. Серьёзно? Я не вкурил. Окей. О, господи. А, стоп, нет.
Я не понял. Меня больше смущает второе слово. Ну, второе хвост. Это серьезно кошка, вы не пошутили. Это лев. Я думал, хотя мне понравилось то, что у него ласты. Так что плавать быстрее. Я думал, это человек, это спорт какой-то. Опять длинные слова. Да ладно, вы это быстро угадаете. Как минимум по вот этой вот штуке, которую я сейчас делаю. Это маффин? Да камон! Что? Вы быстро угадаете, но не настолько же. Ну что, нормально. Это изи. Кого? А чат, а что я постоянно ногой зацепляюсь? А потом... Я заколебался, чем же носки стирать. Да, в ночной горшок спотыкаешься? Нет, это не горшок. Что это? А! Системный блок, я его не перебил. Я думаю, что у Паши под ногами может быть. Окей. У меня под ногами все что угодно может быть. Ой, ты не представляешь. Все что угодно. Например, морской лев. Фиг его знает. А я не знаю, что у Паши под ногами. Мусорное ведро? У всех под ногами мусорное ведро. У меня нет мусорного ведра. Я с балкона мусор выкидываю. И вообще я живу в помойке. С окна выкидываешь? Да. Так а что, пускай убирают. Там людям платят за это. Не может быть, не. А, нет, ладно, джебейт почти удался. Не, это что-то посередине все. Какая-то отверстие это в цвете. Это свет концерта, наверное? Как называется, когда в цвете дырка? Я где-то это 23 года назад видел. Да, что делать? Только это может не голубым явно. Да. Может, это бильярд такой? Чёрт, особый блядь. Бильярд. Это метроид! Это дефект. Ну почти. Да не. Жожо! Как бы... Жижа. Как? А-а-а! Импостер! Кад. Амобус. Не. Не, я мог. Угадывай. Написал микро. При любом оказании так переправил. Да жалей жека. О, все. Ну, у меня хватит и двоих. Что это? Жележинки? А, жемчужина? А почему она красная? Да! Я пытался нарисовать моллюска. Почему моллюск красный? Он что, покраснел? Он варен? Моллюски? А моллюски они внутри не красные? Нет! Убьем их, чат. Я Спанч Боба смотрел, внутри они красные. Они не красные. Это раки я красные. Я специалист по и только когда их они варят. Они внутри красные, по Спанч Бобу знаю. Нет, они не красные. Вы, блин. Я моллюск вловил. Толпу целую. Не, подожди, это же да, это же тогда вот так. Вот. Надо вообще все золотым надо покрыть. И вот цыган. Все золотое, значит. Во! Я знаю. Блатной, блин, ля, смотри. У меня бабушка цыганкой была. Блатная бабуля. Да. А что, нет? На тачке такая ехала, показывала всем. О! Где раки зимой? На лошади. На краденой. А, ро. Нет, пару ходит. А это не оно? Это оно. Изи бабки. Кого? Ролик? Это такая марка часов. Я знаю. Ебой. Третье место. Чат, мы держим. Я могу, кстати, пакет слов немного редактировать, если хотите. Так, сейчас, секунду. Где Наруто? Я не вижу Наруто. У меня зов природы сейчас лопну, там железо... Жемчужина прям совсем сорвала. Гробера, поставь домохозяйство. Давай домохозяйками станем. О, я здесь побежду, все. Гарантированно побежду. Давайте я действительно выберу какую-то одну категорию. Побежду. Все. Мистер Пропер, я сильнее, что-то там еще сильнее. Сейчас приду.
Или, да. Или давай, давай это, раз уж мы вот все собрались, блин, на стримеры, ютуберы и тому подобное, никто из нас особо в офисе не работал, давайте офисными планктонами ставим. Кто такой Эл? А, так, там к нам подсоединились, хотя мы просили подсоединяться только к приглашению. Погоняйте. Сейчас выгоню. Офис. Эл, сорян, но... Ой, нет, не в моей команде. Сейчас. О, как ты? Ладно, спасибо, Эл. Помянем Элла. F. Был пацан и нет пацана. Без него, ну, Левис. Вообще, я работал в офисе, ну ладно. Да, а кем ты работал в офисе? Ну-ка, расскажи, как ты работал. Я работал, что этим летом, что прошлым, ну, и позапрошлым, там немного тоже было, в качестве... Опять его зовут-то. Офисного работника? Оператора колл-центра. О-о-о, ничего себе! Еще частью как... только на входных звонках. Я никому не звонил, это самое радостное было на моей работе. Блин, слушай, я одно время работал в колл-центре Билайна, тоже на входящих звонках, но это был тоже не менее жесткий опыт, чем холодные звонки, например. Ну да. Я работал на стройке. Есть там некоторые люди, которые звонят. Я работаю охранником. Я просто... У меня была история, когда мне просто звонили... Ну, звонит пользователь, говорит о том, что «Здравствуйте, вот какая-то проблема, и, в общем, нам нужно ее оперативно решить». У меня, получается, на решение этой проблемы было 2.5 минуты, грубо говоря. Угу. То есть это такой KPI внутренний. И Петра. Самый ржач был, когда нас перевели на дальневосточный регион. Когда просто звонит тебе мужик и такой... Ты шо с меня деньги списываешь? Я тебя зарежу, скажи, где ты живешь? Ты такой сидишь, что вообще происходит? Кто это человек? Что тебе от меня надо? Не надо меня резать. Так ты не списывай деньги. Чё ты списываешь-то? Да. Ты бы ну... не списывал, он бы тебе не звонил. Не, ну мне тут тоже кушать хочется. Мне повезло больше. Я работал в основном на российских штуках. У меня был магазин... На каких? На российских штуках? Что? Ну, у меня сценарии именно российские были. У меня... А, господи, я... Нет, так, подожди. Я не понял тоже. Не, короче, у меня сценарии были с... Подожди, так это что же Россия? Ну, то есть, Кавказ, это что же Россия? Ну, давайте играть. Чё мы не играем-то? Погнали, давай. Начинаем, а то я себя закопаю еще больше. За тобой уже выехали, придется извиняться, Гробер. Я там всем с английским. Ох уж это с английским. Еще бы научиться бы рисовать эту книгу. Что у нас есть в офисе? А, это офис? Да. Что? Блядь, это проигрыш, это офис, чат, разбегаемся, это офис. Что это? Это офис, разбегаемся. Буква R. Буква R. Ладно, теперь... Чувак носит по офису камень. О, камень принес. Смотри, начальник, хорошо работает. А теперь настоящий. Просто у чувака KPI носить камень. Михалыч, иди, короче, камень носи, ты только мешаешь. Кто? Два мусорных ведра. Два мусорных ведра. И, кстати, Паша, они, кажется, чуть-чуть побольше. Да ясен пень, да тут место. А почему при чем здесь мужик? Они обычно размером как раз таки выше, чем человек. Я был. I am stupid. Он пришел крушить этот сервер. Окей, а почему мужик носит камень? А почему он носит камень? Люда, не привезешь! Это ты таксист админов сейчас оскорбил или что происходит вообще? Нет, это я английский так учил. А чего? Почему сервер это камень? Он пришел ломать камни. Потому сервер. Что по-английски сервер это официант сервер. О, господи, я понял. Потому что по-английски официант это сервер. Пишется так же, как сервер. О, мой бог. Я тоже меня это Duolingo знатно потроллил тем самым.
Оу, май. Не, это не оно. Подожди, а что это? Кровать, какая-то телевизор? Вау! Какая же... Серьёзно? Да ладно. Что это? Что же это такое? IQM? IQ. IQM. Новая модель. IG... Что? Требует определенного IQ, чтобы включить. Да не, я убью Гробер. Да блять, это серьезно, это слово! Гробер, какой нахрен очи? Не, рисунок. Не успел, ну ладно. Это IBM, ребята, IBM, они офисные компьютеры делают. Да я откуда знаю. NVIDIA же это, все, вот эти все мне хватит. Ну пусть будет это. Бля, IGM. Я думал, это стриминговая платформа такая, пульт управления их там. О, серый офис. Дорога. Безысходность. Серый будни офисного сотрудника. Не асфальт. Фантипоп. Портал в неизвестность. Ненавижу порталы. Будьте мой герой. А это что? Это... Ярлык над стену? Ценник? Я забыл. О, блин, мой ребята, бог. Из нас очень херовые капец. Сотрудники. Кто это? Ну, конечно, такой себе офис. Знаешь, я работал в офисе, где именно серые штуки эти. Кто? Там серые разделители будни? Для каждого компьютера. Ну да. Кто это? Ладно, я сейчас еще одну нарисую. Да как от количества этой херни. Там, где я работал, такие же штуки были. Всякие. Записка. Господи, записка! Это был желтый стикер. Можно было. Ну, кстати, да, наверное, было именно записку, как обычный листок бумаги нарисовать, а не как стикер. Не, тогда бы мы бы там начали заявление. Увольнение. Заявление в полицию. Ёбарса ты. Да, вызывайте полицию, Гробер что-то нарисовал страшное. Да. Я понял. Ну-ка. Он делает предложение. Ах, это странно, он делает предложение. Не забывайте, что это все у нас в офисе, поэтому предложение сделать в офисе, это немного весело будет. Предложение повысить мне зарплату, например. Нормально. Нет, это, блядь, да. Так, что-то не складывается. Один злой, другой радостный. Да. Один злой, другой радостный. Для того, чтобы он злой, потому что есть причина. Варок, ты где работал? Да я где только не работал, чувак. Пол какой-то, окей. А когда истина будет? Он в будке. Эф! Господи боже! Я сделяль! Он, смотрите, на его довольное лицо такой. Один злой, другой довольный. Злой работодатель, довольный сотрудник будущий. Или наоборот, довольный чувак, у которого есть работа, и злой чувак, у которого нет работы. Ух уж это и точно. Который уже более 100 заявлений резюме написал различные. Ух уж это точно. Да-да-да. Господи. Я уже не помню, какое резюме. Стой. Опять серые будни офисного планктона. Мне кажется, у нас будет 90%. Дверь на свободу! Это? Продаю, прихода. Приходи к и к нам. Сделай нас едиными. Дед Спейс. Просто именно так и делается. Улица не знаю, а улицы нет.
Да, это как я нарисовал в... Да не может быть это уведомление. Приходи к нам, это не извещение. Что это? А чё так не делают? Чё все изворачиваются, да, чё-то придумывают, актёров нанимают? Чё вы так издалека, блин? Какая к чёрту река? Написали бы, приходи к нам просто на стене, и всё, и все бы пошли. И улица такая-то там. Чё хоть заморачиваться вот это? Не понимаю. Я просто представляю, как все такие... приходите к нам. Ну ладно, просто человек, ну, знаете, ладно, максимально бесхребетный и безотказный. Просто приходит туда, куда его зовут. Да! Да, это совершенно другое. Залило все. В офисе прорвало трубы в туалете. Что? Т. Топган. Да, я синий выставил. Теща директора. Ну это явно не технические проблемы или что-то подобное. Термопресс. Тоже издалека начал. Что в офисе важно? И ведь. Подсказывай. Важно сохранять свою честь с молоду. Да это капец, всего два предмета. О, мой бог. Очень херовые сотрудники, ребята, очень херовые. Я уже не... А, телефон! Паш, ты как из 2018-го? Кто хоть телефонины вот эти? Сейчас все телефоны мобильные уже. Это смартфоны. Когда принимаешь звонки через компьютер. Да. Или там, скоро в мозг напрямую транслировать будут. Просто провод вставляешь в ухо. Да, телефон целый впихнут. А там вообще-то у Илона Маска есть вот эта вот штука. А, о. Трейлер Матрицы. Все как у людей. Ой, это что еще такое? Окей. А, я думал, я угадал. Бля, что за звук, как будто я угадал. Джибейт! Это просто даже не знаю. Игральный автомат, почему он делает в офисе? Мне только это приходит в голову. Ну, поиграть в перерыве. А чё? Надо, чтобы сотрудники отдыхали. А чё, кстати, идея в офисы ставить эти игральные автоматы на деньги, которые... Чтобы они сразу зарплату все проигрывали в офисе и никуда, Господи, не денутся. Господи, почему такой ноутбук толстый? Он же больше на компьютер спайкивает. Потому что он офисный. Потому что это IBM. Господи, какой к черту ноутбук? Офис — это прям просто жесть. Господи, какой к черту ноутбук? Я таких слов не знаю. Жесть. Это вигвам. Почему гора делает офис? Индийский офис. Палатка. Почему точно там очень тонко что-то рисует? А, понял. Чё вы там поняли? Не часто пользуюсь. Никогда не видел, чтобы это было в офисах. А! Я тоже не видел, чтобы это было в офисах. Да! Чего? Вы не в тех офисах были. У нас у каждого по 5 штук было. Пустите меня в офис, я не понимаю, что это такое. Да ты настоящий чертильник. Можно от бандитов отбиваться. О боже, на кой черт это в офисе? Это я не чертильник, я черт. Чертовски сложно просто. Просто чертило. Да. Капец, офис — это совсем ужас. Ну, тогда в следующий раз возьмем домохозяйство или как там, что как называется. Лучше, наверное, общее. Ты думаешь, у нас с офисом не получилось, так и домохозяйство получится. Мне кажется, домохозяйки из нас тоже так себе. Микки Маус, что делает Микки Маус? Кролик. Кролик еще лучше. Да, это кролик. Это мышь. А. Мыши даже здесь умудрились прорваться. Ой, это для кого? А-а-а! Что? Да нифига себе, ты, блин, сдалека начал! А-а-а! Всё. Ха,
Капец, ты чё издеваешься? Кошмар, да. Чё кошмар? Стикер это ещё пуська, блин. Здесь всё абсолютно... Он оживляет предметы. Да! А что оно радужного цвета, нет? Максимально одобряю радужный коврик. Коврик для мыши. У меня так. Коврик для мыши через ща и коврик для мыши без пробела. Восхитительно. Гениально. Просто. Да. Пока Димовский. Так. Ну чат что-то угадывает, но я не смотрю чат. Извините, не смотрю. Я давал клятву чести, что розовый я больше не буду фламинго. Смотреть. Топор? Паш, у меня к тебе такой вопрос. Ты в каком офисе собирался работать, если я там увидел топор? Ах, пожарный топор. А это же, Кровер, и ты мне после этого горишь, в каком офисе? Ладно, топор, но вот если я правильно пойму... Что за фигня такая, чуваки? Я лучше бы не... Я хочу написать, но не напишу это, что это. Что вот, за... блин, он прям точка рисует. Фиолетовая. А. Ну окей, без пошлостей. Нет, на это нельзя присаживаться, ребят. Я тоже. В каком офисе можно присаживаться на... На фломастер. Фломастер? Такое бывает. Какой офис? Кто в офисе фломастерами пользуется? А циркуль? Там что, детели, что ли, разукрашки разукрашивают? Не, ну давайте чат. Маркерами рисуют, ну не фломастерами же. Опять его сначала ты с самого далека. Фломастер, блин. Нет, ой, это Амогус, ребята. Это квадратный. Это Майнкрафт Амогус. Какое большое слово-то. Блин, не с той ракурсом начал. А! А идет, ладно. А это Паша рисует, блин. И как ваша там любимая I GM? IBM. Господи, как тут миллиметром нарисовано? И прям первое слово. Важное нарисовать. Я нарисовал. Что за первое слово? Ну, я даже. Ну понятно, что. Второе слово. Второе слово понятно, да. Понятно. Вот первое. О, мой бог. Не, ну отгадали, ну что? Ну это же просто, ну что? Ну это же просто, как окей, это просто тупые слова. Ну, я забыл сначала вот этот штуку стоит. Это, блин. Настольный. Так это же ноутбук, блин, а какой его настольный компьютер. Компьютер настольный? Кто же так... 2021. Позвольте установить программу на ваш настольный компьютер. Да. На ваш персональный компьютер. Господи. 1995 год. Слова. Не, если 1995, я бы тогда целый сервер порисовал бы для компьютера. Так, подожди, а чё? Это кровь врагов. Это кровь конкурентов. Не хватает надписи 99+, прям в точке. Да. Мало. Еще нолик рисует. Это не персонально. 10? Вы справились. Электронная почта. Ну здесь близко, ладно, здесь то понятно. Окей, это будет легко. Так. Давай, сразу, ну. Тут нифига не ест. А как эта хрень называется легко? Я понял, что это, но я не помню, как она называется. Четыре буквы. Не понял, наверное, что это.
Потому что мы это постоянно используем в нашем... Пахнет сигаретами. Надкусанными. Причем это называют по-разному, ребят. Я чуть не вкурил. Я понял. В разных регионах России это называют по-разному. А по-русски можно? Ну-ка, я... Не, наверное, вот так вот это будет слишком. Я тут отходил, но... Допустим. Ой, блядь, серьезно, ну почему не в компьютере, а? А, файл. Не хватает хотя бы синего света на фоне. Самое интересное, что, ну, есть же файл, куда складывают документы, знаете, распечатанные. Да. То есть кто-то называет это файл, а кто-то называет мультифура. Шо? Фейл. Я называю это папкой. Ужас. О, боже. Файл, блин. Файл. Это был файл. О, куда типа я с работы пришел и на тумбочку упал. Плак-плак. Плак. История. Кто-то прям сильно плачет. Ну, он потеет, я бы даже так сказал. Где вы в офисе, блин-то? Покажите мне тот офис, где такой же кадр есть. Что это? А. Не, это не он. Ну, это сплит. Кондиционер. Нет, не кондиционер, там-то прям. Здесь по санкции. Я не знаю, я не уверен насчет того, что я тут рисую. Ой. А. Я могу быть нифига не прав, как это называется. Если бы ты эту штуку не нарисовал, тогда бы это было бы не к ней. Как эта хрень называется? Я откуда? Что это? Это очень странно говорить, но я помню эту штуку из одного мультсериала. К тому же очень старого. Назови это, гляну быстро. А нет, уже поздно. Термостат! Да что вы! Откуда вы такие слова берете? Помянем. Я помню, как в фильме там за термостат велась буквально война, чтобы кому-то было слишком холодно, кому-то слишком жарко, а кто-то слишком жадный, чтобы на него тратиться. Пульт, пульт, палка и швабра, если что, там, если пульт сломался или потерял. Ай, господи. Ну вот теперь ты можешь зато хвастаться и говорить о том, что подай мне не пульт, а подай мне термостат. Я подайте мне швабру. Где мой термостат? Именно только на стене висит, которая. Да, 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 да. Где не понял? Реагирует. Варвар, не триггерись. Контроль. Ай, Это рука? Почему? Почему мне лист бумаги показывает фак? А почему серый фон? Мне больше этот вопрос. Не, ну, это ясно. Не хватает это... Что? Что конкретно? Для чего она? Я понял. Господи, не понял. Не, ну хороший фак получился. Я думал, у бочки отросла писька. Я сначала думал, что это рука, действительно. Это офис! Едите его в корень. Вот нормально, два офиса. Стабильно. Вот топ-3 эти залазим. Три офисных клерка, блин, а. Давайте. Что-то офис фигня какая-то вообще. Ужас какой-то. Вообще жуть какая-то. Мне слова не интересны. Термостат. Мама моя родная. Так. Что у нас там еще по пакетам есть? Файл, блин. Так, почему у меня так мало пакетов указано? Я просто в шоке, чё, простите. Есть время, еда, музыка, офис, тело, эмоции. Пока что у меня почему-то больше... О, можно эмоции, давайте эмоции. Посмотрим, насколько мы... Квантовая физика есть? Эмоционально... Да, вот. Давайте квантовую физику. Шарю. Окей, возьмем только эмоции. Теория вероятности есть, вот. Да. Веселее. Сиди кубики рисуй и прочее. Окей. И таблицы. Давайте, теория струн, поехали. Да. Так, да, начнем. Эмоции, блин. Без лиц тогда. Ну, это должно быть интересно. Посмотрим, насколько вы импаты, ребят. Будем смайлики рисовать. Сморг. Не что. Да не, не мог.
Да не может быть этот смайлик, а? Нет, нет, смайлик. Сейчас еще улыбки не хватает и лич, это, и глаз, и все. Почему у этого лука низ отвалился? Это белый. Потому что он сгнил. А лук-то сгнил? Глаза. Как это нарисовать? Так. Лук явно доволен собой. Смотрите, ой, это надо сейчас. Лайк и босс просто. Такой, оу май. Я не особо умею рисовать орехи. Орех? Орех? Подожди, а... А, я вспомнил, а. Все. Спасибо. Нет! А все, все. Все. За что? Спасибо. Какой чёртый... Я просто понял, что это означает, потому что... Он-то я... злой, но он должен быть... злым. Гробер, ты где же? Где эту информацию я берёшь? Я помню название этого смайлика из нашего Дискорда просто. Да-да-да. Так это, погодите, так это же нифига не эмоция. Справедливо! Чего? Не эмоция, но... Ну, там же был орех, который типа справедливо такой. Да-да-да. Я этого мема не знаю. Ну, да, я тоже не знаю. Все, помянем. Тут за мемами не следит, но все. Капец, я не знаю, что у меня в Дискорде находится. Это английский мем, но я в Дискорде просто помню название этого мема. Ой, название смайлика именно. А при чём здесь эмоция справедливости? Подожди, справедливость это же... Подожди, это эмоция? Нет. Это не эмоция. Так, это морской лев, ребят. Нет, это эмоция. Эмоция морского льва. Морская левость. Эмоция. Я календарь переверну и снова 3 сентября. Или как там песня? Так, ну... Мне страшно. Что? Почему у крипера подушка? Почему это Майнкрафт? О, господи. Майнкрафт. Потому что Майнкрафт это жизнь, ребят. Что это? Не, это, ребят, это не толерантность, сразу же говорю. Ну да. К сожалению, вот так. Нет, чат, это не... Не-не-не. Чё? Чё мне понятно-то? Например, нихера! Не, да! Вообще непонятно. Один зелёный, другой красный. Вот. Противоположность. Один квадратный, второй круглый. Чё хоть? Можно было ещё плюс-минус сделать. Но это было бы смешно. Один зеленый, другой красный. Красный и зеленый противоположные цвета. Хера тут слова просто. Да, да. И как это я нарисую, а? Че, даже круче, чем квантовая физика. Господи, не умею я людей рисовать, не умею. Догадка Xerox была верна. Что? Ага, понял. Да. Просто рандом. Ну хоть что-то. Хоть это что-то самая там. Радостная радость моей жизни была. Да капец-то! Там такие слова! Я уже не помню их, но и вспоминать не хочу. Эмоции — это жесть. Где домохозяйство? Будет, наслышно с чего. Не обещали доход мне... О, господи. Уха. Было. Слышалось. Это волосы. Это картина. Ну-ка. Портрет. Вау. Это эмоции, надо не забывать. Так фиг тут эмоции, тут справедливость была. Справедливость такая уж эмоция, прям всем эмоциям эмоция. Хотя да. Да не. Да не, не, не. Печалька. Печалька. Печалька то, что не угадали. Это глагол, ребят. Ну это да, это много упрощает.
Блин, хорошо, что ты... Что это? Глагол? Ну, глагол нехило подсказал. Чего? Что делать? Плакать? Да ну нафиг, блин, плакать. И это эмоция? Фигакать. Это обман, это не мочь. Ну, то есть, как бы... Очень странно, что они... А тут плакать. По-моему, глаголов мы таких раньше вроде не видели. Ладно, пожалуй, у нас будет это. Что-то они вылезли. Так. Плакать. У нас будет... Я плакал. А я плак. Плакали всей маршруткой, ребят. Так, что это? Удивление видели, так вау. Да этот человек из хоррор игр длинный. С огромной кружкой пива. Да, и он за тобой гоняется. Опять водка! Кружкой. Он курит. Вейп. А он думает. Почему облако есть окошко? Он ту... А. Что? Чего? Серьезно? Я думал сделать более нормально это там какое-нибудь. А почему это и это? Точнее, что-нибудь именно более нормально, но это пошло в голову. Это не эмоции, нас обманули. Это не эмоции, здесь нет эмоций. Да может быть слова связаны тонкой линией там с эмоциями. Это просто рандомный набор слов. Хорошая эмоция, мечта. И такой сейчас принтер вылетает эмоция. Всё. Ну хоть ты лопни, хоть ты трясти, это теперь эмоция, осуждаю, чувак. Mm-hmm. Принтер имеет эмоции. Я не знаю, блин. Да не выпало это слово, не может быть такого. Это же было смешно. Не выпало, окей, показалось. Так, ну этот мужик явно что-то знает. Смотрите на него. Почему первая буква всегда не пишется? Он грустит. А-а-а. Это глагол! Это фаербол. Е. Так, это чакра из Наруто, я понял. Господи! Что простите? Что у него там? Летающие пенисы, что происходит? Кровоточащие летающие. Хорошо. А нет. Стой. Так. О. Блин, Миша понял. Миша понял эту картину, эту истину. Понимаю примерно, но я не понимаю, как это делать. Я настолько эмоционально неразвитый человек, я не понимаю, как это делать. Мёрзнуть. Классная эмоция. Ну почему там пикет? Мы с Мароком вообще не на этой волне, кажется. Не, я в эмоциях не шарю, я робот. Я больше вертолёт не понять. Я вам говорю, это Dark Souls в исполнении Скрэбли. Окей. Хоть что-то я понял, боже! Эмоция! Зато смотри, что мы ровненько идем. Чуть-чуть осталось. Зато да, зато. Чуваки, я нашел эмоцию. Варок по-русски нарисовал, сразу понятно. Подожди, а это эмоция? Вот это эмоция. Это эмоция, чат, вот это эмоция. Чего там, капуста? Капуста. Капуста. Я каждый день чувствую себя как капуста. Такой же зелененький и многослойный. Окей. Нет, это не религия. Друзья, как нет. Это на формате? Как это в формате нарисовать пару... О, господи, мой крест. Пощадите его. Что это? Я не знаю, как это в действии нарисовать. Это действие. Ну-ка, точнее... Чего? Не, это не действие, это именно... Ну... Процесс. Да, процесс. Чё, распятие на кресте? А?
Ну что делать с распятием? Иисуса на него вешать? Так, сейчас этот диалог зайдет не туда, давайте не будем, что мы делаем с распятием. Я к тому же играл в Фазмофобию с тобой, мы знаем, что мы там с распятиями делаем. Напоминает систему помощи. Классная эмоция. Эмоция. Люди прикрывают эмоции. Я чувствую себя не человеком, если это эмоция. Я не понимаю. Аминь. Брат. Деньги. Мешок. Мешок денег. Да ладно. Что? Да ладно! Не, ну это слишком палевно. Нет, нечестно. Не, ну все, я обделён, я проиграл. Это слишком палевно. Все или ничего? All in. Грит. Все. Звезда. Это эмоция хотя бы? Бабки надо было рисовать. Это, наверное, бабки. Эмоция. Хотя... Майкл, ты неправильно... Не, я не успеваю, просто хочу посмотреть. Жадность, ясно. Это были горящие глаза. Бабок. Так, ну, это эмоция, это точно эмоция. Так, не, воз... не, я попробую все-таки. Все-таки капуста, не. Да? Эмоция в формате Гого. Да ладно. Зерекс, да что? Я просто все время прописываю два слова. Ладно, пусть будет вот так вот. И пусть будет черный. Это можно было нарисовать этим предметом. Я не хочу этот предмет рисовать, потому что это слишком понятно будет. Так и должно быть. А я пролистал вверх и посмотрел, какое Зерек слово постоянно пишет. Причем мне интересно, Варлок написал пукать, а потом угадал. Как это чего? Работает? Чего? Потому что одно с другим связано напрямую. Без одного не будет второго. Ладно, я сделаю это. Капец, просто. Я не успел написать! Господи, а сердечко, ты почему за конце? Да капец! Там это было справа женщина даже! О боже! Просто Паша видел мало женщин в своей жизни. Так вышло. Не такие женщины, таких себе их представляю, не так. Не такие ходят на улице. Так кто на улице не настоящий, Паш? Да, это все иллюзия, это матрица. Да, это магия. Матрица. Мы все в матрице. Куда? Что? Что вы угадали? Что это? Че, серьезно? Не, подожди. А что это может быть, если это не это? Я знаю. Карта из Slade Spire. Я, правда, не из Slade Spire. У меня на телефоне... Вот это... Не, нормально, чтобы угадать, нужно Slade Spire проиграть 1000 часов. Ну и чего? А как это? Что это? Орднул. Что это? Ярость, какая нахрен господи. Ярость? Он был в ярости, нет, там все понятно. О, ярость. Капуста. Злость и ярость, это синонимы. Нет. Повезло. Не нормально. Капец, как я буду это рисовать, чувак? Все? Как я буду это рисовать? Ну это же эмоция, Варлок, это же шизофрения. Это... Не... Ай-яй-яй, какие плохие слова. Так, это не Гитлер. Я не знаю, как рисовать, чуваки. Кого-то придавило. О, чат, я чистый чат. Я не знаю. Я просто предположил, они правда сказали?
Не, что это? Это вы не угадаете. Это Саб-Зиро? Это невозможно. Я не смогу. Тупо я... Это нереально. Мне было интересно. Что происходит? Я не знаю, как это к эмоциям. Что? Что? Невозможно. И поляр. Подождите, а это слово было или это диагноз уже поставленный тому, кто рисовал? Чё, дублируем рисунок дважды? Мне кажется, игра что-то знает про нас. Ладно, допустим. А почему у него что-то синее на лице было? Могила? Почему? Глагол. Смерть. Серьезно? Это эмоция? Классно. Это эмоция? Хорошая эмоция. Эмоционально классно. Это очень веселая и смертельная даже эмоция. Умерчил? Подождите, это какаха с распятием. Там, кстати, была вера. Хорошая эмоция. Ай, ты падает. Не, давай ладно, уходи. Чё это? Он рад. Это глагол, господи. Умер... Я фиг его знаю, чуваки. Умереть? Да, это эмоция. Окей. Ну да. Такая нормальная эмоция. Я постоянно эмоция... О, не, ладно. Пиздец, это пиздец. Типа умереть со страху. А, ребят, я объясняю сразу же, это действие. Да хватит, где эмоции? Нет, это не действие, Миш. Волос, это печень. Точно печень, это она. Бедная печень. Цирроз печени. Пострадавшая печень. Печень почернела. О нет, что ты пил? Блин. Еще хуже. Что с печенью-то? Что это? Хватит, хватит ягу фигачить. Что это? А как это писать? Я не понял, почему мое слово неправильное. На печень, на фиолетовую печень. Это капают капли. Это не печень. Нас обманывают, это не печень. Подожди, а что это? Ну, второе слово понятно, а что первое? Нет, первое слово понятно, а что второе? Можно выйти. Нет. Гробер, делись информацией. Чем мозг, да? Мозга, но что? Промытие. О, мой бог, какой бред. Я понял. Да, это промывание мозга. Охрененная эмоция, просто! Промывание мозга. Я не успел это написать. Это зомби-ящик, кстати, по натуре. Просто на кончиках пальцев отгадал. О, господи, не капец. Подожди, Варок угадал на предыдущие рисунки? Да. О, господи. Он понял! Он это понял! Дорога. Обрыв. Кровать. Я сейчас угорну, если это ты. Нет, не ты. А хрен его знать, эмоции. Опять какой-нибудь там умирать или что-то такое. Твою же мать, что это? Мысли о черном. Ох, Гробер. Я кот. Готичненько. Что это? Кот. Страх. Вот что надо было писать на шизофрении. Шизофрения, что это? Болезнь. Шизофрения страх. Это. Не, это не раздвоение личности. Боязнь. Он даже на кровати, что он делает? Плать.
Кошмар! Что? Господи. Ну ладно. Нет. Я еще на втором месте здесь, чего? Окей. Этот факт... Шизофрения. Этот набор мы больше играть не будем. Эмоции странные. Ересь, блин. Я чувствую, что ничего я после этого. Я чувствую, что я тупею, блин. А мне понравилось, я тупо мозг себе сломал сейчас вообще. Так. Вы отправляете слишком много эмоций. Больше трех нельзя, я пытаюсь. Да, я тоже пытаюсь. О, можно. А, отпустили. А, блин, опять зажали. Дайте мне эмоции. Я хочу его оценить. А потому что все эмоции ушли в пакет слов. Да. Подходит для подростков, написано. Про этот пакет эмоций. Автор... Для подростков, убери. Автор Detach Entertainment. Вера,